Вас приветствует Алена Ариес. Подробные предсказания смотрите на моем канале Алена Ариес. И там же вы найдете контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнаете, в чем ваш мужчина должен вам признаться. Должен вам признаться в том, что ему нужна помощь. Для того, чтобы с вами встретиться, приехать к вам навстречу. Для того, чтобы сделать вам предложение, если вы ждете, да, то есть получается, что у него не очень хорошо сейчас с финансами. Он, конечно, работает над этим, да, но финансовая ситуация у него сейчас совсем не айс. И ему даже стыдно, честно говоря, примчаться к вам навстречу. Да, он очень хочет этой встречи, причем независимо, близко ли мужчина от вас или далеко. Вот. Но тем не менее, то есть чувства у него к вам без сомнения есть. Инициативу он готов проявлять здесь и сейчас. Но пока он работает, то есть проявляет инициативу для того, чтобы поправить свое финансовое положение. Поэтому, если ваш мужчина как-то странно последние дни стал себя проявлять, вот, или вы хотите встречи, а он никак не едет или не выходит с вами навстречу, то имейте в виду, что у него просто финансовые трудности.